Донецкая администрация разрушена. Белгород атакуют с воздуха. Солдаты стреляют сами по себе, потому что сбежать с войны невозможно. Почему случилась перестрелка на полигоне в Белгородской области и кто раскачивает сам Белгород? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Здание Донецкой администрации отрицательно достроено после попадания чего-то тяжелого. И это не утюг. Здание повреждено очень сильно. Тут комментарий, какие вот она картинка. Кто виноват в расстреле на полигоне в Белгородской области? Всем раненым оказывается помощь. Время пришло. Мы собираем Нагиркина. Зачем террорист, о котором все забыли, нужен живым? Спасибо, что смотрите. Нас с вами скоро станет миллион. Давайте приблизим эту цифру. Может быть, именно вы будете миллионным нашим подписчиком. Так что, если еще не подписались, подпишитесь обязательно. Можно оставить лайк, прокомментировать это видео, тогда о нем узнает больше людей. Давайте делать доброе дело вместе. Начнем. Здание Донецкой администрации теперь без отопления. Оккупанты могут экономить всю зиму. Правда, стекол там теперь тоже нет, а кое-где и стен. Воскресным утром срок годности здания истек. В результате обстрела, как говорят коллаборанты, жертв нет. Сгорело несколько машин, есть раненые. Находились, конечно, люди в здании, у нас круглосуточно работают люди, поэтому там есть пострадавшие, сейчас они в больнице обследуют степень тяжести. Насколько повреждено здание? Уже есть какие-то оценки? Может быть, несущие стены там? Здание повреждено очень сильно. Тут комментарии какие, вот она картинка. Следим за ситуацией. Уже российские медиа пишут, что удар был нанесен из хаймарсов, а на самом деле может быть все что угодно. По всей видимости, это было что-то такое серьезное, крупное. Видео очевидцев, кстати, тех, кто смог снять взрывы на панораме Донецка, можно увидеть в нашем телеграм-канале «Нехта Лайв». На него, как и на этот YouTube-канал, который вы смотрите сейчас, нужно подписаться, чтобы ничего не пропустить. Количество российских военных, которым оккупация оказалась особенно вредна для здоровья, достигло 65 тысяч. То есть 65 тысяч тех, для кого мечта Путина об украинской земле стала реальностью. Чтобы понять, что происходит на фронте на самом деле, можно на секунду окунуться в мир коллаборанта Стремоусова. Враг разбит. Об этом, опять повторюсь, никто не напишет, не расскажет. Опять 200-е, 300-е. Ну и, скажем, ночь прошла достаточно бодро для всех, кто зализывал раны. Для нас все под контролем. Жители Херсонской области, которые находятся на правобережной части Российской Федерации, мы говорим о Херсонской области, потихонечку оставляют свои населенные пункты для того, чтобы дать возможность военным по-крупному зачистить как раз вот логово укронацистов и перейти непосредственно в наступление. Враг разбит, поэтому жители Херсонщины покидают свои дома. И куда ж ты уезжаешь, спокойный и не паникующий? На эти вопросы есть ответ у оперативного командования «Юг». На южном направлении сосредоточены не просто там свежемобилизированные силы. Они очень долго туда подтягивали, в принципе, достаточно мощные силы. Это десантно-штурмовые войска, то, что они называют своей элитой, одной из элит своей армии. Но при этом они потеряли очень много, там порядка 18 командных пунктов за месяц предыдущий календарный. Они потеряли уже за этот месяц, в октябре, с начала нашей новой фазы активных действий, они потеряли снова порядка 6-7 командных пунктов. Это большое количество офицерского состава, это управленческое звено, это координация войск, это организация той же логистики. То есть обезглавливание. Минобороны РФ сообщает о стрельбе на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, в результате которой погибли, по их словам, 11 человек и 15 получили ранения. А мы знаем, как Минобороны РФ считает свои потери, и поэтому обратились к другим источникам. К примеру, издание «Сота» пишет о 22 погибших и 16 раненых. Пишет, опираясь на свидетельство очевидца, которому удалось выжить. Губернатор называет случившееся терактом. Вчера на нашей территории, на территории одной из воинских частей, произошло
страшное событие. Совершен террористический акт. Погибли раненые многие военнослужащие. Всем раненым оказывается помощь, лекарственные препараты, врачи. Все необходимое у нас есть. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах. Жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет. Итак, мы не знаем наверняка, где это произошло. Есть информация о поселке Солоте Белгородской области. Минобороны говорит о двух гражданах СНГ, которые во время стрельб просто развернули пулемет и расстреляли безоружных коллег-добровольцев. В медиа распространяется информация о том, что там находились не добровольцы или не только добровольцы, но и мобилизованные, что подкрепляется видеообращением, записанным родственниками мобилизованных из Брянска. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы просим вас нам помочь, как с криком души, разобраться нам во всей этой несправедливой ситуации. Еще неделю назад в лагере в поселке Солоте 100 человек отказывались ехать в Лиман на передовую, так как им обещали службу на границе. Если все сходится и речь правда идет об одних и тех же людях, то картина страшная. Усугубляется вся история геополитикой. По неофициальной информации, граждане СНГ, о которых говорит Минобороны, это граждане Таджикистана. А накануне президент Таджикистана на саммите «Россия-Центральная Азия» критиковал Путина и обвинял того в неуважении к так называемым «малым народам» и к странам Центральной Азии. Мы малые народы, нас не 100 миллионов, не 200 миллионов, но у нас есть история, культура, мы любим. Мы хотим, чтобы нас уважали, ничего не надо. Уважали, мы не нищие, мы не нищие, у нас богатая страна. Запасы минеральных ресурсов больше, чем система Менделеева. Я свидетель, все бизнесмены. Из России только сливки, что есть углеводородное сырье, нефть и газ интересуют их. Совпадение или неуважение к другим кому-то вылазит боком. Но уважения к своим согражданам тоже мало. Если подумаешь о побеге, пристрелят. Служба безопасности Украины публикует очередной перехват разговора российского военнослужащего. Впервые я слышу разговор российского военного, в котором мат не через слово. Видимо, не на самой линии фронта служит он. Нас, говорит, в этом, в Украине нету. Представляешь, мы на обучении. Ну, блин, мы знаем. Мы уже во все инстанции писали. Всем вообще все равно. Вообще нет еды. У кого денег нет, тот пшеницу с поля жрет проросшую. И у нас зэков привезли с тюрьмы. Ну. Их куда-то завели вперед. А мы сидим, как заградотряд. Кто назад побежит, замочь. Какой-то кошмар. Ну, а у нас так поставлено. То есть мы сидим вторые, охраняем первых. Сзади нас еще линия, туда тоже не вернешься. То есть убежать нереально, свои пристрелят. Но это не все. Много видео и фото подтверждают полную разруху в лагерях мобилизованных. Вот это вот располага. Чтобы ты понимал, сегодня мы спали с одной буржуйкой. На такую располагу, одну буржуйку, она не поможет. Сам слышишь, какой у меня голос. Голос капец какой осипший. Половина попростывала пацанов. Отойдешь просто от палатки, у тебя даже буржуйки украдут, а не то, что вещи. У меня вот, допустим, ни кроссовок теперь нету, ни денег нету. И как мне сказал этот ваш заместитель Комаровы, я тебе что, мамочка, папочка... То есть они еще и у своих крадут. Ну, ничего неожиданного. А все есть и все укомплектовано, видимо, только в сводках и видео от Минобороны РФ. В воскресном Белгороде тоже неспокойно. Работает ПВО. Пользователи выкладывают в сети результат такой работы. Опять же, пользователи сети и местные паблики сообщают о прилетах в район аэропорта. Губернатор Гладков говорит уже о двух пострадавших,
А мы все видео и фото, которые не можем показать вам тут, публикуем в нашем телеграм-канале «Нехта Лайф». Подписывайтесь обязательно. Время пришло. Украинцы собирают Нагиркина. Как только стало известно, куда отправился главный террорист Российской империи и бравый полковник Гиркин, на него объявили охоту. По 10 тысяч долларов уже готовы скинуться одесский активист Сергей Стерненко, солист группы «Антитела» Тарас Тополя, военный Валерий Маркус, теннисист Сергей Стаховский и глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Вместе это уже 50 тысяч долларов. Но доставить нужно живым. Для дачи показаний как минимум по делу рейса MH17, в падении которого сам Гиркин, скорее всего, тоже приложил свою руку. Главное управление разведки Минобороны Украины тоже назвали свою цену за живого Гиркина. И вместе с волонтерами это уже 1500 тысяч долларов за живого. На этом у меня все. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на наши ресурсы. Это очень важно. Тогда вы ничего не пропустите. Мы благодарны вам за лайки и комментарии, ведь так нас становится больше. И больше людей получают возможность услышать и узнать правду. До новых встреч. Хороших вам новостей.